Всем привет! Сегодня будем готовить воздушные оладьи с яблоками на кефире. Чтобы они получались пышными и не опадали, я соблюдаю некоторые тонкости, которыми поделюсь в своем видео. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В емкость подходящего размера выливаем кефир, всыпаем соду и хорошо перемешиваем венчиком, пока не начнут идти пузырики. Обращаю ваше внимание, что кефир должен быть комнатной температуры и желательно не первой свежести. Отставляем кефир с содой в сторонку. Берем миску, в которой будет удобно нам замешивать тесто. Вбиваем туда яйцо. Добавляем сахар, щепотку соли. И взбиваем до появления пены. Затем вливаем наш кефир. Размешиваем до однородного состояния. И понемногу подсыпаем просеянную муку. Размешиваем, чтобы тесто получилось однородным, без комочков и густым, как сметана хорошая. Так, чтобы оно не лилось с ложки, а прям как падало. Я потом покажу, каким должно быть тесто в итоге. Вот такой консистенции теста у нас получилось. Хорошо держится на ложке и аккуратно спадает. Теперь займемся яблоками. Из яблок удаляем семенную коробочку и нарезаем их небольшими кубиками. Можно натереть на крупной терке, но мне больше нравится, когда они порезаны. То же самое можно снять кожицу. Я не снимала. Отправляем измельченные яблоки в тесто и аккуратно перемешиваем. Дальше разогреваем сковороду, вливаем в нее достаточное количество масла, ждем, пока она нагреется, и выкладываем ложкой порции теста на расстоянии друг от друга. Жарим до аппетитного зарумянивания с обеих сторон. Тесто за все время жарки больше не мешаем. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Затем перекладываем на тарелку, по желанию посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Вот и все. Пышные оладьи с яблоками на кефире готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.